Всем привет! Рада приветствовать всех на своем канале о вязании. В данном видео предлагаю вам связать со мной вот такую очень классную резинку. Она пышная, объемная. Вот так она выглядит с лицевой стороны, вот так с изнаночной. Мне кажется, она очень здорово украсит начало вязания для более объемных вещей, таких как кардиганы, полуверы. Также она может быть самостоятельным узором. Данную резиночку можно вязать как поворотными рядами, так и по кругу. Как связать ее по кругу, я вам оставлю описание видео, под видео. А как связать поворотными рядами образец, сейчас я вам наглядно покажу. Итак, раппорт нашего узора в данной резинке состоит из 5 петель и в ширину, и 2 рядов в высоту. Для образца мы с вами наберем количество петель кратное 5, плюс 2 петельки для симметрии, плюс 2 кромочные. Для вязания по кругу вы будете набирать количество петель кратное 5. Итак, я наберу 20 петель на 4 раппорта, плюс 2 для симметрии, плюс 2 кромочные, 24 петельки. Обычным способом набираем. После того, как мы с вами набрали необходимое количество петель, вязание мы разворачиваем. Итак, первую кромочную снимаем. Далее мы с вами провязываем 2 изнаночные петельки. Раз, два. Далее делаем накид. Дальше 3 петли вместе провязываем лицевой петлей. Провязали. Снимаем. Опять накид. Все, раппорт нашего узора готов. Повторяем. 2 изнаночные. Накид. 3 петли вместе мы провязываем лицевой. Таким образом. Провязали. Опять накид. Второй раппорт нашего узора готов. Итак, продолжаем с вами до конца ряда. Заканчиваем мы с вами 2 изнаночными петельками для симметрии. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Провязали. Разворачиваем наше вязание. Второй ряд. Первую кромочную снимаем. Далее 2 лицевые. Раз, два. Провязали. Далее мы с вами каким образом будем провязывать. Вот мы делали с вами 2 накида. Вот эти вот. Раз, два. И вот эта петелька у нас посерединке. Сначала мы провязываем вот этот накид. Провязали третий, он получается, да, у нас третья петля. Далее вторая, вернее первая, вот этот вот накид. И вот эту вот еще петельку посерединке. Аккуратно вот так убираем. Повторяем 2 лицевые. Далее третью петлю провязываем изнаночной. Далее первую. Провязали, далее вторую провязали. Все. И так провязываем до конца ряда. Третью провязали. Первую. Вторую. Все. Таким образом мы с вами провязали второй ряд. И раппорт нашего узора готов. Далее мы с вами просто повторяем первый и второй ряд на необходимую нам высоту. Ну вот, я провязала еще один раппорт, состоящий из 2 рядов. Вот так наша резиночка выглядит. Очень красивая, объемная.
Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях. Всем всего доброго и ровных 7 петелек.